перед началом данного видеоролика я вам хочу порекомендовать мой Discord-сервер. В нем вы можете пообщаться со мной, а также с другими участниками. В моем Discord-сервере также выходят новости о моем YouTube-канале, и в этом Discord-сервере вы сможете поиграть со мной в разные игры. Вступайте в мой сервер по ссылочке в описании. Всем привет, с вами Влад, и это видео по игре Among Us. И сегодня будет рубрика, в которой я играю только за предателя. Вам такие видосы по этой рубрике очень нравятся? И что, просто мой предатель на глазах у двоих челов просто выпрыгнул из люка, а желтый пошел, видимо, нажимать на кнопку. Мне срочно нужно его найти и убить, чтобы он не смог нажать на кнопку и нагнать на моего напарника. Ну что ж, дорогие друзья, на голосовании я сказал, что это баклажан, и я сказал, что я его не видел всю игру, а также, что у него не заполнялся таск. Мне все поверили, и мы выкинули его в космос. Сейчас я фейкую карточку, и сейчас я, конечно же, убью розового, получая, и теперь бежим якобы чинить саботаж. Привет, Фиол! Итак, я убиваю Фиола, и конец катки. Изи! Итак, я снова предатель, и я готов всех разносить. И я уже, походу, знаю, кого я пойду убивать. Я пойду убивать голубого. Ребят, я не знаю, почему все проголосовали за черного, потому что я вроде бы гнал на темно-зеленого, но да ладно. Мне, в принципе, без разницы, кого они кикнут, темно-зеленого там или черного. Мне главное, чтобы кикнули не моего напарника-предателя. Сейчас я фейкую стрельбу, и вы, наверное, меня спросите: Влад, почему ты ее фейкуешь? Тебя же могут спалить. А я вам отвечу, анимации выключены, и никто не может меня проверить. Опа! Убили бордового, и мне нужно убить синего. Блин, он нажал на кнопку. Ребят, я все голосование гнал на розового, и мы сейчас его выкидываем. Отлично, я уже ж думал, меня выкинут. Но я всех переубедил, и мы кикнули малину. Она не была предателем. И теперь я выигрываю эту каточку. Отлично. Ну и последняя на сегодня каточка за импостера. Мне, к сожалению, не достался лаймовый цвет, но это не так важно. Главное, что я попал с импостером. Блин, нашли труп красного и походу моего преда спалили. Да, ребят, к сожалению, моего напарника-предателя спалили и его выкинули в космос. И мне не оставалось ничего больше делать, как проголосовать за него, потому что если бы я за него не проголосовал, то меня, скорее всего, бы начали все подозревать и голосовать против меня. Да блин, опять труп нашли. В ходе голосования мы решили, что скипнем, и это для меня хорошо, так как мне остается убить не так много людей. Хе-хе. Итак, ребят, о, здорово, фиолетовый, нет, меня спалил голубой, надо репортить и говорить, что это голубой. Так, голосую, блин, я за бордового проголосовал, так бы я сейчас голубого сразу бы мог выиграть, и так бы я уже бы выиграл эту катку. Но в любом случае, я уже могу показывать, что я предатель, так как они не успеют нажать на кнопку, ведь сейчас я вылажу из вентиляции и устраиваю саботаж реактора. Ну и давайте, конечно же, напоследок убьем невинного члена экипажа, а именно голубого. Иди сюда, получай. Отлично, ребят, изи катка. Можно сказать, я выиграл в соло.
Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это так, то прожимайте кнопку лайка, а также подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мне будет очень приятно. Ну а с вами, как обычно, был Влад. Ставьте лайки и всем пока-пока!